говорит, пиво. Сегодня это опять, ну, типа крафтовое пиво от пивоварни Underwood Brewery Kiev Lager. Хотя, наверное, правильно, если по транскрипции произносить Kiev Lager. Сегодня даже видел пиво от пивоварни Правда, которое так и называется Kiev Not Kiev. Ну, то есть украинскую, как бы, называть столицу Украины, короче говоря. Я, если честно, часто на самом деле такая мешанина с ним всем. Когда-то давно-давно учился в школе, естественно, мы писали, подписывали там тетради по английскому языку, фамилию, имя писали. То есть я писал, была одна транскрипция. Сейчас, само собой, переводит, получается, у меня русская фамилия переводит сначала на украинский язык, украинское переводит уже на английский язык. Пишет совершенно по-другому. И у меня так в правах написано один вариант, на карточках банковских написан другой вариант. Какой из них правильный, хрен поймешь. Вот. Такая вот история. Ну, как бы это к делу не относится, потому что мы сегодня обозреваем вот это вот пиво. Kiev Brewery. А, Kiev Lager. Да. Это киевская пивоварня, как я прочитал. Здесь тут так все мелко написано, что как бы не сильно это разберешь. Алкоголя 5%, ибу, то горечь, которая 19%, ну и сусло 12%. На самом деле, то есть оно должно быть вполне насыщенное. Это лагер. Пилснер, белый, то есть как бы. Из того, что написано на сайте, я текст дословно выведу, это должен быть стандартный лагер, то есть в меру кислый, в меру горький, то есть все должно быть в тему. Собственно, что мы еще ждем, надо попробовать. Светленький, мутненький, то есть не фильтрованный. Аромат непонятный. Пока что выходит на разум. Само собой аромат выхлопных газов, так сказать, углекислоты. То есть аромат от пива такого не чувствуется. Ну, такое вроде пивом. Считаешь, что что-то такое реально ощущается, что необычное. Нет, но мне кажется, что оно кислое будет. Ладно, будем пробовать. Ну, на самом деле неплохой. Кислинки здесь, если она есть, так она в масть, ничего лишнего. Горчинки имеется, то есть та самая горечь, которая здесь 19 обозначена. Абсолютно не мешает восприятию пива, не такая, что ваши глаза на лоб вылазит, она есть. То есть она присутствует, но не критично, то есть вполне приемлемая. Неплохое пиво. Даже можно сказать, что из тех, которые можно пить каждый день. Может быть, ну, для каждодневного, может быть, горчинки больше, чем следовало бы. Но опять же, дело вкуса. Сказать, что мне много, ну, наверное, да, немножко больше, чем хотелось бы мне. Но в целом, на вкус нормальный, вполне. Конечно, цена у него не такая, чтобы пить его каждый день. 0,33 бутылочка стоит около 40 гривен, я уже не помню точно, 40 с чем-то. То ли 40 с копейками, то ли 41 гривна, что такое. То есть такое по-богатому. То есть пить каждый день нет, но побаловаться бутылочкой так, чтобы выпить в удовольствие, вполне себе можно позволить. Не часто, но можно. В целом пиво неплохое. Это как вердикт. Я одобряю. Ну, собственно,
я тебя и побалую. В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде. Реки, моря, проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво, губит людей вода.